Тут у нас много знаменитого камня, который называется Параиба. За ним все охотятся. Это мое колечко. Сейчас вам кое-что расскажу. Выйду на свет. Вы часто спрашиваете, сколько стоит Параиба? А я говорю, допустим, $5000 за карат. И мне часто пишут, что ой, что-то у вас дорого, я слышал или видел вот там вот по $1000 за карат. Вот я специально сделал такую мини-подборочку. Посмотрите, вот который капелькой камень, да, это дорогая параиба. Турмалин параиба. Это у нас турмалины, самые дорогие турмалины в мире, которые уже скоро дороже бриллиантов будут стоить. А почему? Камень яркий, он относительно чистый для параибы. Параиба вся содержит включение всегда. Вот. А здесь камень бледненький, и включений в нем очень много. Видите, многие из них выходят на поверхность. Вот, собственно, почему бывает разница в цене. Вот между этими камнями разница в цене примерно в 10 раз. То есть этот стоит где-то около $1000 за карат уже, хотя буквально 5-6 лет назад он ничего не стоил. Вот, а этот стоит сейчас около 8-10 тысяч долларов за карат подобного качества. Извините, я тут плохо протер его. Вот у нас пасмурная погода, поэтому плохо видно. И цвета не такие яркие, как на самом деле. Но примерно вы разницу понимаете. То есть это дешевый камень параиба, это подороже параиба. Вот, они по сертификату оба будут турмалины, оба будут параиба. Но цена у них разная, потому что разное качество.